Идея празднования Дня семьи, любви и верности возникла в 2008 году у жителей города Мурома, где находятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Их супружеская жизнь считается образцом. А какую идеальную семью видят студенты и сотрудники ЮРГУ? Именно это мы и решили узнать. Полная семья, в которой есть и мужчина, и женщина, родители, в которой должно быть более двух детей, потому что имея двоих детей, понимаю, что трое детей моей дочери, это мои внуки, это очень красиво и счастливо. Настоящая семья должна состоять из мамы, папы и пятерых детей, чтобы была семья. Настоящая семья должна быть полной и обязательно здоровой, чтобы все были здоровы и счастливы. Вот и все. Настоящая семья выглядит... Мама, папа, дети, бабушка, дедушка сидят все за большим столом. Ну и необязательное присутствие, наверное, больших друзей, что показывает порядочность и доброту людей. Я думаю, что настоящая семья должна быть, соответственно, полной. Как бы это банально ни звучало, но в настоящей семье должно быть самое, наверное, главное – это любовь и взаимопонимание.